Мое посещение Китая состоялось в год дракона, символа китайских императоров. Ну и конечно, я не мог не посетить одно из чудес света – Чанчэн, Великую Китайскую Стену. Перед входом стоял белый камень, на котором были написаны слова Мао Цзэдуна: «Тот, кто побывал на Великой Китайской Стене, тот молодец». Китайская стена – чудо мировой архитектуры. Американские астронавты говорят, что ее видно из космоса. Ее строительство связано с именем первого китайского императора Шэньхуаня, который задумал соединить ранее существующие стены в общий защитный вал для обороны от северных кочевых племен, совершавших террористические акты на Шелковом пути и владениях императора. Сегодня длина этого чуда от пустыни Гоби до Желтого моря составляет 6000 километров. Поразительно то, что она была построена 2000 лет назад. Ее возводили 300 тысяч солдат, сотни тысяч пленников и каторжников. Контроль за качеством строительства был очень строгий. Если обнаруживались серьезные дефекты, то казнили поголовно всех создателей ненадежного участка. Хорошая традиция. Сотни лет назад главным сырьем в строительстве стены были три главных компонента – грязь, клейкий рис и камни. Стены из такого материала сохранились до сих пор в разных местах Китая. При строительстве стены каждая династия использовала разные технологии строительства. Великую стену обычно строили из доступных местных материалов, главным образом из земли и камня. Преимущества естественного ландшафта, как, например, горные хребты, часто использовались для формирования отрезков стены. Thank you.
Великая Китайская стена является сложным сооружением. Она включает в себя крепости, переходы, смотровые сигнальные башни, в которых жили солдаты, хранились провизия и оружие. Стена, будучи результатом столкновений культур землевладельцев и кочевников, являлась гарантом экономического и культурного развития Китая.